Почему мышцам нужен отдых? Если вы не даете своему организму достаточного количества отдыха и питания, вы можете приостановить анаболические процессы в организме и запустить катаболические, разрушительные. Увеличение синтеза белка после тренировки длится в течение от 24 до 48 часов, поэтому вся пища, съеденная за это время, пойдет на мышечную гипертрофию. Помните, что ваш предел задан вашим полом, возрастом и генетикой. К примеру, у мужчин больше тестостерона, чем у женщин, поэтому их мышцы заведомо окажутся сильнее и больше. Продуктивного дня, друзья, и отличного отдыха. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!